Сегодня-завтра буду. У тебя вар есть. А кто еще завтра может? Лок или маг какой-нибудь? Не, не. Лок или маг. Ты в танка, да? Нет, за шипы буду. Я за мага зайду. Ворон завтра не будет. Пусть лучше я идет. Сегодня хочу в ЦВК пойти на этом наваре, а завтра сбросим. Ой, выключат. Этот Old Warlock завтра можешь? Нет, я же сказал. Ну хули, ну я не знаю, значит, Мордаунт это два пса. Милика менять смысла нету. С гдыща можно поменять, тоже печеньки не заберет. Через стол мне печеньки не нужны. Я поэтому могу уступить. Так, с гдыщ ты завтра можешь? Ты не будешь уступать. У тебя два перса. У меня больше, чем два перса. Если я тебя выкину, сейчас ты без ЕП просто будешь. Чем на замене посидеть. Ну ладно, посиди на замене с хрэла, короче. Тогда. Ты вот зачем мне тут, реально, может кому-то понадобится что-то, печеньки кто-то, а мне зачем? У меня все есть. Да, на ДК. Чё, агрите со всех сторон? Это всё последний трэш, что ли? А чё, там место надо кому-то ключ? Не. Замени обычно ДДшники. Очень редко танки хилы. Танки хилы. Я сейчас как бы и выступаю ДДшником. Я на замену сесть, мне ничего не надо. Чё, тоже я написать. Могу. Я могу сесть на замену. Да там уже все на замене, кому ничего не надо. И у кого ИП нет. Я, кстати, скоро перейду на график 3-3, и я не смогу это двух персов играть. Я тебя понимаю. Только с одного ЧПшника. Все-таки на ШП будешь, да? Ну, ты видишь, сколько у нас срок. Угу. Дайте шкаф. И сколько рук ШПшников? Еще больше. Это все ДЦшники, а не ШПшники. Ну, Дварлок кубы нажимал. Кулак, кулак. Рыбу давай. Уже сидел. Уже была. Вон рыба стоит около шкафа. Так привык, что тут. Да и ладно, уж свою съем. Лапку дайте, друиды. Блять, у кого-то. Мать, я не тут, дайте. Так, ну чё, Ивилаша первый, Хукмастер второй, Зози третий, Хульдринг на трэше.
Убери, пожалуйста, с меня метку, блядь. С кого? С ханта. Ты куб нажимаешь. Ты куб нажимаешь. Тебе метка. Так я тебе написал в личку. А у тебя танка вообще я... там нету? Нет. Может я в ДД, ты в танках? Ну давай, похуй. Не, мне в принципе похуй. Ну так быстрее будет, ДПС больше. Че теперь слайда забираем? Опять три рыбы поставили. Это чтоб каждый наелся. Поехали. Чаротворца с меня заберите. Я так-то уже в ДД. Дайте столик маги пока. Повелаш уже Наполеон? Угу. Деру? Угу. Сколько у него раньше хп было, это пиздец. ПС был ниже. Среднего. Так и хп 150, то не сколько там было, блин. То есть Синтек собирался на этом на ханте идти, блять, и вот его. Нажимайте, нажимайте. Ромби где, блять? Садисты, блять. Бейте этого моба. Mm-hmm.
БР не надо давать на олд. Крипните следующего моба. Давай, карбонара. Только... Свободный ДК. Только не в... Бич нахуй. Да я только навел на это посмотреть, и мне какая-то синяя херня упала. Ну да, хули синяя хуйня. Ну. Радикон резь и... Только печать не резь, не его. Вот теперь... Ну, блять... Че ты кастуешь? Реса и друида, друид толда реснишь. И мобов бейте, алло, вы, ну. Заханыч, грипни моба. Там все уже добили. Рубав по ним. Че, не видно нахуй? Нажимайте кубы. Все, отпускай. Идите служа, а? Сейчас исчезнет портал, уходите к звезде. Уходите оттуда, там лужа будет, уйдите оттуда. Чё? Не доживите, не успели. Вас сокру дал, захиливайте. Хорошенько лужах не стоите. Зазюти, только хп мало, ты что там одел? Мастерство, меткость. Надо тебе медведя одевать получше, что-то, блядь. Всякая параша. Вот это вот 20 ловкости, 15 характеристики, ничего же. Это у него, наверное, одна шмотка на 25. А чё хокмастера убило? Не стоунтили, наверное, вовремя. Добьем так, резать не будем. Ваш перепутал ультраприст. Че? Сотку жмешь на плащ силовой. А, не, не плащ, я думал, это за печенька. Блять, успел все-таки. Я смотрю тут. Ой, блядь, две яшмы нахуй.
Я уже почти до портала добежал. Ты от сумки нагорал? Да, да. Слава, так что мне, фармить на ключ? Бля, там, объясните да. Это Райанте, как пользоваться этим ЕПГП, что-то, бля, у него не то показывает. Ну, у него аддон есть на ЕПГП? ЕПГП Лутмастер аддон называется. Да. Скачать. Заходишь в модификации, ставишь галочку устаревшие модификации, и все. И когда всплывает окошко с этим, со шмотом, что это за полную стоимость? 50 за полцены забираешь и 10% это за 10% стоимости по ГП. Ой, бляха муха. Если ты жмешь сотку, то тебе отдают шмотку за 100, полную стоимость ее по ГП. Ну вот печенька, например, стоит 200 ГП. Если ты нажмешь на сотку, тебе отдадут ее за 200 ГП. Если за полтинник, то отдадут за 100 ГП. За 10% нажмешь 20 ГП. Так и с другими шмотками. Учитывая то, что все жмут, и если кто-то нажал 100, а ты 50, то заберет тот, кто да. за 100. Ну, там еще плюс учитывается приор, короче, будет пиздец. Там учитывается приор, и все в зависимости, кто за какую стоимость нажал. Лучше еще никто не придумал систему. Ну, нормальная система. Ну там, парни, сливайте приор уже наконец-то. Там эти печеньки берите. Там. Не, не, не. Не, так я не про тебя. Да мне так мало приора. Давайте он топи, Зози и Седжу. Да, Зози надо сливать, там кому еще. Какой Седжу? Седжу надо пару сотенок накинуть. ГП. А, там рарнику надо. Рарнику надо нахуй. Не знаю даже что лутать. Пора вернуть за это, за ТТГ. ГП. Я бы колечко лутанул бы с гидроса. Чё за колечко? А, на мастерство которое? Да, мастерство хаст. У тебя мастерки не хватает? Ну, у меня на даггере она. А, ну типа то, что с даггера ты дополнишь? Да, убрать. Потому что, типа, в будущем, если нормальный даггер выпадет, надо менять. Ну, у меня плащ есть с этого. Ссылка 10. Давай. Сержа, чем тебе не нравится мастерство крит? Мастерство крит, чем тебе не нравится? Ну, у меня так шмот сделан, типа. Ну, если ссылка выпадет, я оттуда возьму. Но с гидроса посимпатичнее выглядит. Чем? Ну, хвостой. Ох, тебя, блядь, хрен знает на мультик. У тебя сколько хасты? 522 сейчас. Ну она уже у тебя в коп уходит. Тебя суп. Причем у тебя еще перчи, да? Тинжа есть. Ну конечно. Ну тем более. 4 сотки хасты на мультик. Вот, там немного, но 550 это уже, блядь, кап у тебя на тиране. Ну кольцо ссылка не падает. Это яд-то лишний начинает пробовать. Сам по себе. Не, это кольцо с гидроса я хочу под этого взять. Т5.
А, там же яд, блядь, появится, касту разгонит. Говорит, что он тебе хитрости не кидает. Я не ломаюсь. А, хотя похрен особо. Так. Ну, на груле покидаем. Кукмастер череп, Вилаша луну, Зози треугольник и звезду, я крест. Подходите. Тут рыба. Третью поставьте там вместо этой или второй. Есть только для ЗСУ-ка, а так нету. Хант и Дианс. Рибаф на текаску. Ой, да спроси, может есть. Да, да. Да, вообще полностью рибаф. 8 минут каска осталось. Ладно, да я чё тут, чё оно фиг. 5, 4, 3, 2, 1. Луна открылась. Короля забери, Зози. По агро смотрите осторожно. Стой немножко в мою сторону спиной. Милик, если что, его не бьют. Бейте, не надо. Ну там, я не знаю, кто с... Да не, не надо, не бейте. Только рядом со мной не стой, а то разъебет. Почему эти милики его бьют? Просто их хилить надо. Так, я тут, сори. Лок. Геро. Диспелы не забудьте. Декурс. И косноязычие. Куда макрос, блядь, сбился, тварь. Ну-ка, кто там диспелит у нас? Диспелит? Ладно, понял. Вот как иногда, да? Почему так, нахуй? Стопайте, чтобы... Красноярск не повесили. И выйдем. Ладно. А, бля, хули, сними бабл, это... Ой, этот, диван. Ну так-то сдохнуть какой... надо, у вас Гера. Да, Гера, идите. Гера, КД, не токен. Падайте быстрее, нахуй. Что, косноязычие не повешали или что? Нет, было, было. Ну, стерот ебал, этот Сирус ебаный.
Слава, а ты через Вуду Пета видишь Хантовского? Я вижу. Какого Пета надо хилить? ТБ. Но с Хант я один, по-моему. МВП Хант, именно этого Пета и надо, да? Да, там надо диспелить с него. Самое главное. Диспелить, нет. Живет. Диспелить Пета. Ну, блядь, он умирает. Ёбаный свет. Он умирает не из-за того, что, блядь, с него не диспелит, а потому что он бежит, блядь, в миллизону. Нет, он умирает от того, что с него не диспелят на Локи. Я ему на Локи боб дам. Хорош. Я тоже могу дать. Могу только бебру дать. Давай. А, ну давай. Блять. Вот бы сейчас волом открылся сразу же. Холидрин, тут. Да, было бы доебись. Хаваю, хаваю. Запускаю. Я пока похаваю. Ну похаваю. Ну, давайте Геру фулл ДПС. Че, разъебете? Давайте быстрее. Крестик открылся. Хорош. А то метки цветень. Вот это точно мелики не бьют. У кого огонь ауры? Кто не знает. Ламурчина. Нет, не моя. Авелания. Это у меня было, я вышел. Каст. Чё с слепоглазом нахуй? ДКшники, уйдите оттуда. Эма. Могу убрать сейчас ауру. Так. Ставьте там. Я забрал. Кекли, Кекли поставил. Кеглер там. Угу. Убегайте получше там, чтобы не сдохнуть. Блять. Поднять? Да, Вадикон, дай БР, пожалуйста. Не угадал, ладно. Блять, вы бичи там на миликах, блять. Да уже хп больше, чем. Ну не у всех, конечно. Круша бить. Не успел ты. Куда ты подбежал, да? Ультра приз, дай, пожалуйста, гимн на ману.
На хп давай Рианти. Шаман встал, вы его хуй забафали даже. Хорошо добивать. Холи ДК, гимна мана, пожалуйста. Капец, конечно, либо дают. Бля. Забери этого пидора ебаного, кеглю ебаную. Интересно, как они там сидят. Вот давай-ка бафни левов. Не, они накурятся сначала. Плотно так. Я думаю, они не накурятся. Там, думаю, там крокодила по вене ебашат. Не-не-не. Может, у них такой кольцо рулетки не закрутит, а вот падает Элем такой. О! Заебись, апаем его! Давно пора, да? Чтобы 3 скилла жал и 40к давал. Мне кажется, там просто все время по рулетке он не выпадал. Да, да, да. Там должны быть жесткие пидорасы. Там не только накуриваются. А, вот этот класс дамажил. Давай его. Где-то плачет блок ДК. Тебе толпу негров и пустяк. БДК, БДК. Осуждаю. Они просто типа по логам смотрят. Что-то да, что-то да, сильно да, много дал, давай подурежем. Конечно. БДК попрошу кеглю, не трогать. Кеглю добивать. Кеглю. Этих один раз уже не трогать. Вот сучара. Мэээ. Я себе, блядь. А бах, от молнии-то не отбегают. Въебал по мне, блядь. Ну, вот это сильно отбежишь. Не уже. Въебал. Ну. Где? У кого-нибудь есть вашка на... ману хилов именно. А кто-то же скидывал его. Не, это на бафы, там, сейвы и так далее, прочие херня. Это да, это полезная штука висит. А у тебя она работает, кстати, вот то, что крипто скидывал? Да-да-да. А у меня, блядь, не работает. Может, надо скачать. Я вижу, Машку. Что у Вадикона, у Зози есть иннеры свободные. Кому-нибудь надо из хилов? Да, там два иннера. Уже один. Это полезная штука, капец. Осталось только на ману хилов, потому что пятую пати почему-то не получается вытащить отдельно. У нас только глючит как-то почему-то. А вот и вашки можно вытащить там незыбку, например, ДКшную? Да. Да. Там можно все что угодно вытянуть вообще. Вот хук мастер может незыбку дать, у него свободно. А, понял. Ты даже незыбку выставил? А, ну ты да. Штил тебе, да, надо. Ну и Лайша, например, сейчас юзнул 5 секунд, 0 секунд, все уже заюзан. Я, например, сокру сейчас даю. Все, больше нету сокры. Нет, есть. Ну я про то, что пока что. А так, ну, да. Я сейчас не лобнусь на следующем боссе. Да? Можете просто поставить аддон БЛТ, то же самое. Ну да, но мне как-то нравится отвашки. Холик, мы же с тобой это делали. Глянь, можешь на стрим сейчас зайти посмотреть, смотри, как компактно выглядит в сравнении с БЛТшкой. Да, БЛТшка она какая-то, блядь. Как дела? Она очень. Я не понял, как, блядь, растащить окна, понял? Ну да, плохо. Прям работает. Блять, надо себе, может, в
рубашку переустановить. Надо переустановить, и чтоб ты рассказал, как растащить окна эти. В смысле, типа, растащить? Отважки? Перетащить? Что? Нет, у меня понял, все масс-сейвы, они друг на друге. А, так смотри, А-а-а. Вон видно. И причем, смотри, допустим, на Inner Vadicona, вон видишь, в правом верхнем? Над ним написан никнейм того, с кого он именно скинул. Это я вижу. А ВЛТ тоже. Нет, ты не понял. Вот у тебя все ты расставил по столбцам. А у меня тупо одной строкой. Они. Одна колонка, и там на ней все массакры, эти сейвы, блять, и прочее, незыбы. Ультрапризер одна игрока на гимн. Спасибо. Так это ж вот. А, ее в бою нельзя нажать, бля. Ну да, вот она тут. Это... Где это я нажимал? В отображении. Так, да, лучше. Вот, в отображении ты не ковырялся, оно где-то здесь делается, я помню, что здесь делал. А зачем вот этот хуй из горы 2? Это вот кто скинул, пусть. Обосновь, почему такое название. Нет, название пофиг. Знаете, Патина, вот это он все делал, его навашка. А надо вот эти две ставить, вот именно? Да, да, надо было обязательно. А-а-а, ебать. Надо сейчас попробовать. Так, круглость. Блять, чат засрали. Вот так, может, ты имеешь в виду вот это? Побежали. Не-не-не. Не высоту, ну ты не понял. Вот видишь, ну, возьмем Авеланию, например, ЭМА. И у меня сверху идет мое ЭМА, твое ЭМА. Тупо. А, оно стакается у тебя. Друг в друга, да? Да, 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 стакается друг у друга. Друг у друга, друг у друга, нихуя себе. Нихуя. Нихуя себе, блядь. Ты уебал по мне? На диван. Ал, блядь, у нас было собрание. Синтек, как дела, блядь? 50 минут собрание шло. Там, блядь, жалуются, что вот, блядь, все срут, блядь, что там нахуй за окно еду вешают, нахуй, что мы все бичи, блядь, что мы там за браками брали. Только у меня, блядь, все заебись, блядь. Мне так похуй, блядь, но меня не могут пустить. Ой, блядь. Как это не могут? Нюхай, если скажи, у меня они, все заебись, я думаю, блядь. Они, короче, за 20 минут закончили, и потом есть вопросы. И там какие-то долбоебы начинают задавать вопросы. И я такой, блядь. А что за хуйня? Дайте мастер здесь. Ткните мастер. Подождите, поставь. Ничего не тыкайте нахуй. Мы бы еще не свейдились нахуй. Куда? Вот где Эвилаш этот? Вот сейчас смотри. Эвилаша, суицид. А потом еще, блядь, да истории жизненные начали рассказывать. Мы тупо полчаса, блядь, про туалеты. Саханыч тоже. Сейчас все, блядь, должны подождать, пока свейдятся мобы, блядь. Спасибо, нахуй. Да. Не заходите в ебаный инс. Не покидайте ебаное тело, блядь. Констебль. И как баран, хуй прочитаешь. Подруги. Уступит кто скорость? Всё, мастрез давайте. А нахуя тебе? Холи десерт дошли играть или холи кингдом в боссе? На РТ хочу я. Ну всё, пиздец. А у нас этот остался, Грул только. А, ну, ТТГ же ты не закрыли ещё? Нет. Если тебе. Если будет слот или кто-то хочет на замену, я вот приму удар и за вас подамажу. Давай, вместо меня. О, точно не подамажу. Не надо подамажу. Вместо никого, блядь, это. Авилания. На работу. Кто на боссе? Когда? Сейчас на работу уже? Нет, после ГМ. А. Так, Вадикон подъебало, Энг за спину. Так. Сейчас еще попробую зайти. Я под боссом закрою руки.
Кто там еще, блядь? Зузи в кота. Поставьте шкаф сразу, пожалуйста. А что, Авелания? В танка смеюсь. Красавцы, а меня резнуть не надо, блядь. В танка будешь руки со мной закрывать. Ну, если не ее надо просто зайти? Иду. Просто зайти в руку, да. Окей. Спасибо. О, кстати, поставил вот эту вторую херню, она вроде заработала. Нечего в танка? Так, с Эвилашей будет это второй бился. Танк. Ну давай этот, давай Хукмастер лучше, у тебя Т4 есть, ты в ретеке будь. Первая, вторая пати подъебала, не забывайте ложные нажимать. Че, ИШМТ, да? Энх только за спиной будет. Ну я не знаю, можно в принципе этого поставить. Ну, ладно, пускай за спиной будет, то сдохнет еще нахуй. Это анонсите кто-то, когда забегать выбегать, Хулидрин говори там. Чтобы не словили адский. И Вилаша тоже ТМТ. Готовься, если вдруг кто-то проебется, там не забежит, то ты готовься сразу босса отворачиваться. То есть смотри всегда на энергию. Если вдруг сотка будет, то все, пиздец. Жрите. Ой, это еще раз, а какие пати подъебало забегают? Первая, вторая. Угу. Два танка Хукмастера и Вилаша, а босс напыливается на Вилашу. Они сначала под лицом, а потом после адского, то есть после вот, его обожжут с пула. Адский, он кастанет на танк, сразу подъебало, готовьте забегать. Далеко за спиной босса там не стойте, стойте под кружком, чтобы вы... За спиной. Чтобы вам меньше бежать было. О, только два танка стоят перед ебалом. А что-то прото разбав по боссе. Там ДЦшник же есть. Или два даже. Ладно, я если что в Дискорде, как на замену там за ИП, я ебать это. Готовимся, да я меня пойду. Я дом хочу настроить. Two, маги туда направо, посмотрите, где огонь. Геро. Подъебало. Вот руки появились. Стоим еще этот. Сейчас ошеломляющий из-за спину. За спину. Хуёво вам. Ярдру Вадикона. И два тела под ебало должны встать. Вадикон ходит. Один зашел. БР, давай. Да. Не делай так, чтобы после ошеломляющего был сразу адский. Заранее выводи, пускай танки два поделят лучше. Быстрее ресайте. Вадикона реснули? Кого ты ресаешь? Зози, Вадикона ресай. Ты тебе говорил Вадикона ресать. За спину ушли. Он справа. Подъебало. World Warlock СС по Вадикону дашь? В центре закрывай. За спину ушли. Ты тут возле центра, стой возле меня, возле квадрата.
Не пробить ее, ваша штука. Подъеб... Нет, поверь, нет, нет, стоит. Нет. Класс. Эмана, огонь сдайте, если у кого есть. Кто сдам? Седжу, а, блять, у меня нету мажа. Почему два с ним сдам? Резай Седжу, Вадикон. Под лицо сразу резнул. Захиливайте его. Фулл баф сразу быстрее ему. Каску, лапу, пристабаф. И их этот щиток. Вакханалия какая-то. Кто-то там хуйню исполняет, нахуй. У меня висит. У кого, блять, висит? У меня у друля картинка встал на месте, я вас слышу, разговариваю. Ошеломляющий, и сейчас за спину. Побежали за спину. Огонь отдайте. Хорошенько прохиливайте. Подвинь. Этот адский сейчас. Не упадите. Да, на ком огонь там? Чё, блядь, огонь? Бичи, сука. Тело вместо Вадикона под лицо встаю. Ёбаный в рот, нахуй. Забей, я под лицо зашел. А чё, меня выкинуло, а остальные? Да забей. Вы мне скажите в следующий раз, я массакру сдам с баблом. Все, за спину уходите. За спину, быстро. Сейчас будешь на адский массакру давать. И ультраприз на хп готовься. Так, адский. Давай на хп ультраприз читай. Подъебало быстро. Массакру давай. Угу. Ну сейчас 10 лямов должны забить, хуярьте сегодня. Дяньте, тоже щитуйте. Лицом стою. Шотнуть может, нахуй. Не вижу на себе щита. Сейчас последние руки. Закрываем. За спину. Успели. О, детектор. Детектор лыжи. Его что-то бафать будут. Хорошие клины, значит, должна быть. Что там? Детектор. Валент, нихуя? Сколько ты там одел уже? Да накопил там приора я ему. Я вообще не понял. Что не понять? А чё у меня там вообще по приору, блядь? Себя? Да. Ща чекну. У кого? Заханыч. 27. 27. Ну ты, короче, там где-то на дне. Ну, короче, я еще хуй знает когда, да, печеньку последний. Я быстрее нафармлю, блядь. Там человек по 10 ее ролит, хули. Ну, блин, у тебя ЕП еще мало. Так там шаман забрал, блядь, меньше с ЕП, чем у меня. Ну, только у него ГП, но... меньше. У него ГП не было. Да. Только стартовое скрестит на 250 висело. А у тебя вот 337. Да у тебя 9000. А шаман... Ну да, у него-то 250 было. Он одну только забрал. Мне вот последняя нужна, ну похуй, она и быстрее нафармлю уже. Так, Old Warlock. Че, вы все прошли? Ага. Замене плюсовать? А, давай, наверное. Да, Мордаунд и Хэлла. Сейчас пока не ливайте. Сейчас может на ТТГ что-то поменяется. Ну у меня пингануло и вообще из игры выкинуло, и выкинуло, я не умер как бы. И мне ни хрена даже не засчитало. Так, накинул. Летим ТТГ. Хуя онлайн, 44 тела. Надо быстренько проходить. А, поменяй меня на лёг, Дончик, хочу настроить.